Ну что, друзья, захожу сегодня в ТикТок. И как вы думаете, что я вижу? Мы еще не успели отойти от названия РСП. Как выстрелила! Теперь им не угодно 35-летние женщины, которые никогда не были замужем и не имеют детей. Они тоже непригодны. А с ними можно переспать пару раз. Вернее, один, от второго раза ты уж сам откажешься. Боже, мужики, которые это пишут. Это вот самое интересное, что у них статус написано «психолог». Так вот, мужики, так считающие, вам реально нужно друг с другом встретиться и по парам объединиться, и у вас построятся замечательные отношения, вы будете на одной волне. Вот и все. Ребята, записывайте то, что она говорит. Она говорит чистую правду. 35-летние женщины негодны для отношений. Пару раз их трахнул и все. А если серьезно, ребята, женщины очень любят подвергаться двойным стандартам. То есть, когда они спят с кем попало, там, не знаю, там, в случайной связи, да вообще пофигу, даже с постоянным партнером, как бы, для это нормально, как бы, да, это не оскорбительно. Когда им прямо говоришь, что я хочу тебя использовать по назначению, по природному назначению, даже без каких-то там, я не знаю, извращений, просто обычный секс, да, традиционный, это почему-то для них становится оскорбительным. А какая в сущности разница? Они обижаются просто на слова, а не на действия. То есть, спала она с мужчиной и в том случае. Но тогда, когда об этом зашел разговор, то, что ее используют по назначению, она почему-то обижается. Смысл в чем?